Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Ілля Шполянський, голова Миколаївської філії Асоціації інвалідів АТО, директор підприємства «Літопис». Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Ілля, собственно, в предыдущий раз ми зустрічались в этой студії. В октябре вы как раз демобилизовались после участия фактически в войне на востоке Украины. Уже адаптировались, собственно, к мирной жизни, к мирному Николаеву? Как вам сейчас? Ну, вообще, так называемый это посттравматический синдром, или там по-разному его называют, послевоенный, в общем, вьетнамский синдром. Он в большинстве случаев наступает с некоторой оттяжкой. То есть, ну, вот, не сразу после возвращения, а как раз вот через месяц. И он у разных ребят проявляется по-разному. У меня это... Я его осознаю, эту проблему, я работаю с ней. И у меня лично это раздражительность, немотивированная гневливость, может быть, злость. И ну, вот такие вот проявления. В целом, ну, мне помогает то, что у меня большая семья, вот, у меня очень много работы и очень много общественной работы, в общем, и спорт. И я вот это все вместе, мне не дает особо уходить в какие-то внутренние переживания и так далее. Но вообще проблема есть, и буду говорить так, если она есть и у меня при моей загрузке, то вообще проблема и у парней, кто имеет инвалидность, она серьезная. Ну, собственно, наверное, об этом и поговорим. Собственно, да. Вот, когда мы встречались в предыдущий раз, вы тогда рассказывали о том, что есть достаточно много планов, в том числе по организации реабилитации ветеранов вообще, участников антитеррористической операции, инвалидов АТО. Ну и, в принципе, такие вот достаточно серьезные планы. В какие как-то уже продвинулись в реализации этого? Ну, что такое реабилитация? Реабилитация – это... подразумевает выведение человека на уровень, на тот, который у него был до травмы, психологической, физической. А в нашем случае мы работаем над тем, чтобы человека сделать даже, ну, чтобы помочь человеку прийти в состояние лучше, чем он даже был до событий, которые с ним произошли. Какие-то мы делаем шаги, они совершенно практические. Я всегда иду по простому принципу. Я делаю то, что интересно мне, и то, что ну вот, я бы хотел для себя и для тех, кто рядом со мной был и есть, из парней, которые прошли службу. Мы организовали такое, у нас было классное мероприятие. Мы, вы когда говорите «мы», я так понимаю, что вы уже говорите об ассоциации. Да, я говорю про Николаевский филиал Ассоциации инвалидов АТО. То есть есть я, ряд ребят, ну, вы знаете, ваш сотрудник бывший, Саша Терещенко, ну, он просто сейчас проходит в последнее время все время физическую реабилитацию, вот, в Германии, сейчас в Днепропетровске, в Глазном. Это ребята, которых вот как-то я объединяю, и, ну, мы распределяем между собой обязанности, и каждый несет какую-то на себе какую-то организационную нагрузку. Вот. У нас есть несколько девочек-волонтеров, которые нам помогают и тоже на себе несут вот, работы определенные. И вот вместе мы это как все и двигаем. Первый у нас это был поездка инвалидов АТО, группы инвалидов АТО и членов их семей. Это было 9 семей. Мы поехали в Одессу. В Одессе у нас там был в программе дельфинариум, катание на лошадях, проживание в достаточно приличной трехзвездочной гостинице, питание в ресторане, вот, экскурсия по городу, экскурсия по музею Шустова с дегустацией коньяков. Ну, в общем, все было по самому высшему разряду. Часть мы оплачивали деньгами, то, что я вот собрал с наших спонсоров. И очень много нам пошли навстречу, да, то есть там в гостинице мы там платили буквально 10% стоимости, ну и так далее. Ну, вот, там, дельфинариум был бесплатен. Ну, я скажу так, были ребята сложные, некоторые. И вот, например, там был у нас Володя, он приехал с женой, но он сейчас практически не разговаривает, находится у него минно-взрывная травма, в очень тяжелом состоянии, он находится, ну, как в замкнутом пространстве, внутри себя, то есть вот человек есть, оболочка есть, но Володи нет.
И, скажем, мы когда расставались, он начал улыбаться краешком губ и похлопал там, вот, меня в том числе по спине. И я считаю, это вот самый важный эффект, который вот, прошел после нашей поездки. Мы планируем такие, ну просто сейчас зима, я планирую уже поездку весной в Каменец-Подольске, уже мы там как бы подготовили части, с гостиницами договорились, вообще на Западную Украину, ну центрально это вот Каменец-Подольский, ну и потом будем продолжать и в теплое время года. Следующий это у нас походы на культурные мероприятия, мы общаемся с промоутерами, или как правильно сказать, с концертными агентствами, которые проводят в Николаеве. Вот, ну, приезжала Нина Митрофановна Матвиенко, мы получили 2 или даже 3 десятка билетов пригласительных, пришли ребята со своими женами, с детьми, был прекрасный концерт, и потом Нина Митрофановна отдельно пообщалась, тоже важный такой процесс, потом мы поехали с ребятами в кафе, ну, вот такие вот мы проводим мини, может быть, они кому-то могут показаться и не такими важными, но эффект их очень большой, то есть, ну, вот эта теплота, которая между нами произойдет, то, что мы общаемся с семьями, ну, все это важно. Сейчас у нас проходит тренинг, курс ораторского искусства, для, опять же, это участники его инвалида, а то члены их семей. Он 10 занятий, курс достаточно масштабный, он предполагает вообще подготовка, то есть он разрабатывался, его и политикам читают, и людям бизнеса. Ну, мне все время задают вопрос, зачем инвалиду АТО курс ораторского искусства? С моей точки зрения, тут все понятно. Во-первых, это самоуверенность в себе. Во-вторых, это умение разговаривать, это постановка дыхания, это упражнение на дикцию. Это, в принципе, личностный рост. И, ну, вот результаты, такие вот парни ходят, и я вижу, как они открываются, как у нас весело проходят эти занятия. Классно. Вот. Ну, очень большой объем у нас занимает как бумажная люди, работа. Как люди попадают в эти, собственно, в эти проекты? Ну, у нас в области инвалидов АТО на сегодняшний день зарегистрированных 110 человек. Это вообще отдельный разговор. Каким образом случилось так, что 118 погибших и 110 инвалидов АТО? Ну, это невозможно. Потому что ну, не может быть, чтобы было... То есть в реальности соотношение должно быть другим? Ну, где-то 4 к 1. Вот. То есть 4 ну, раненых, допустим, 10... Из них получили инвалидность 4 к одному погибшему. Это проблемы на стадии оформления документов в воинских частях, на стадии оформления документов в военной медицине. Военная медицина – это такой огромный, очень проблемный пласт, очень негативное отношение к солдату, как правило, там, где идет речь об оформлении инвалидности. То есть вот всегда вот на человека, который, особенно это касается контузии, вот все парни, которые пытались себе оформить контузию, да, они все расскажут, кто-то доходит до конца, но это такие единицы, это такие борцы. Вот с контузией огромные проблемы. То есть то, что неявно, конечно, когда... И, наверное, одна из самых массовых травм в ходе боевых действий. Конечно, да. Конечно, когда нет конечности, да, то ну, тут понятно. Ну да, здесь очевидно. Что... Вот. Но когда начинается, это вообще колоссальная проблема. Нет у нас, я лично не встречал каких-то принципиальных претензий к гражданским больницам или гражданским органам медико-социальной экспертной комиссии. Ну, я не встречал к ним претензий. Дают все, приносишь документы быстро. Но когда речь идет о военной медицине, ну я не знаю, рассказывал я такой вопиющий факт или нет, ну это просто... Человек получил травму, он очень долго эту травму, ну там, в общем, он очень долго с ней ходил, то есть он упал при передвижении с позиции на позицию с брони, вот, и повредил плечо, но очень долго потом на ногах и в боевых условиях это все перенес, привело это к тому, что у него просто не срастается кость. И он попадает в госпиталь, и в госпиталях в общей сложности проводит 5 месяцев. В конце концов, он переносит достаточно серьезную операцию, имплантант, ему там вживляют. Ну, в общем, он сегодня работать рукой полноценно не может. Он по всем медицинским показаниям должен получить инвалидность. И для того, чтобы быть инвалидом войны, да, то есть можно получить инвалидность, но не быть инвалидом войны. Для того, чтобы получить инвалидность войны, ему нужно... документ из части о том, что он получил эту травму в боевых условиях, во время боевых действий.
Вот. Вместо этой бумаги, он ее ожидал там несколько месяцев, он получает суровую догану за недотримание правил безопасности. Ну, вот я привел такой один из примеров. Там мы подняли очень большую волну по этому поводу, очень много запросов везде отправилось, жалоб, в том числе и в министерство. Нам удалось отбить, и этот человек вот сейчас оформляет, он уже заканчивает стадию. Ну, это мытарство невероятно. Вот. Но, в общем, теперь к теме, где же мы встречаемся. Поэтому у нас сегодня не так много, слава богу, людей с инвалидностью, которых вот в области. Гораздо... Я прошу прощения, но из того, что вы говорите, то не так много, это благодаря потому военной что... бюрократии, да, 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 а да, не да, потому, да. что этих людей на самом деле... Мы в основном это сарафанное радио, мы не можем, не имеем права законного получить где-то какие-то базы, но, в общем, мы сегодня практически всех ребят охватили. То есть таким или иначе, кто-то с кем-то жил. То есть какая-то коммуникация? Да, да, да. Коммуникация, мы рассылаем смс-ки там, то есть сейчас нам через сервер, мы рассылаем ребятам смс-ки, то есть когда у нас какие-то программы, проекты, обзваниваем, девочки у нас сидят, то есть мы как бы вот чем дальше, тем мы плотнее, вот мы хотим вот эту группу сколотить, мы хотим показать каждому, что он может... Да, вот в его жизни такое произошло, мало того, что он прошел войну, он получил психологическую травму, он остался человеком с инвалидностью. Но мы хотим показать им и показать обществу, что эти люди не должны остаться где-то на задворках жизни, задворках сознания, а наоборот, они должны в этом, ну, они должны быть, может я неправильно скажу, но может быть иконой, и даже в какой-то степени, наверное, я, конечно, перебарщиваю. Ну, может быть. Каким-то позитивным примером. Да, позитивным примером. И дальше, что вот я не сломался, я иду дальше. Да, кто-то откроет бизнес, кто-то станет успешным сотрудником, специалистом, кто-то успешным общественным деятелем. И надо в этом, конечно, ребятам помогать. А работает ли здесь довоенный еще опыт предприятия «Литопес», которое вот таким вот образом в такую обычную жизнь интегрировало людей с особенными какими-то потребностями, инвалидов? Ну, собственно, гражданских инвалидов. Вот этот опыт, вот те наработки каким-то образом сейчас срабатывают. Я вспоминаю, наверное, двухгодичной давности, или, наверное, нет, больше, двух с половиной годичной давности, встречу вашу, когда я рассказывал про проект, вы ну, с некоторым таким скепсисом к нему относились, абсолютно нормальным, у меня он тоже был этот скепсис, что получится или нет. Хочу сказать, что вот такая... Знаете, если я относился к чему-то со скепсисом, то жизнь очень сильно вносит коррективы. Да. Вот, я и, хочу... и в мое сознание. Вот, я хочу сказать, что вот я буквально встретил двух ребят, Катю Рогатину и Колю Захожего, которые проходили тогда курсы по створению веб-сайту. Вот, каждый из них получил в подарок ноутбук, там было 16 человек. Сегодня Катя Рогатина, вы тоже, они, наверное, снимали сюжеты, она, вот у нее дочка рисует картины. Катя Рогатина, она сегодня работает рерайтером, она пишет статьи для сайтов, то есть, ну, в общем, в этой области, да, и достаточно, ну, зарабатывает какие-то деньги явно больше, чем, может быть, другие люди, которые там торгуют на рынке или имея здоровое тело. А Коля... Поэтому я и говорю, вот есть этот, ну, извините, я вас перебил, есть вот этот вот, как бы, позитивный опыт, на самом деле есть. Удается ли его сейчас каким-то образом применять вот в сегодняшних условиях? Ну, мы пока начинаем. В смысле работы, конечно, начинаем, потому что 2 месяца это совсем немного, с одной стороны, с другой стороны, предприятие оказалось в очень тяжелой ситуации за мое отсутствие по целому ряду причин. Это падение заказов, это, ну, какие-то кадровые проблемы. Сегодня мы потеряли то здание, в котором мы находились в Варваровке, мы вынуждены были переехать, и сейчас вот этот процесс переезда, он завершается, подключение оборудования, поэтому, ну, на предприятии есть определенные проблемы, мы их решаем, мы идем. Я сейчас вот разрабатываю проект с тренинговым агентством КУБ, мы разрабатываем такой проект стартапа, в котором предполагается будет участвовать, принимать участие 15 человек с инвалидностью, участников АТО. И этот стартап предполагает, что, ну, в идеале все 15 откроют свой бизнес. Ну, я здравомыслящий человек, я понимаю, что этого не будет, что 15 человек не дойдут до конца, но, наверное, человек 10, 8, 9, 7 получится.
Ну, мы должны говорить о том, наверное, что даже один человек, который это успешно, это результат, потому что и это опыт, который может реализовываться в том числе и здесь, в Николаевской области, в городе Николаеве и в других областях. Да нет, он должен, то это есть, не это только инвалидов АТО. То есть, условно говоря, ситуация, в которой сегодня находится Украина, ну, такого не было у нас раньше, и вот тот опыт, который сейчас, вот этот травматический, посттравматический опыт, который приобретается, он же именно сейчас приобретается и может реализовываться дальше. Ну, история с афганцами как была? Так получилось, что они-то все вернулись на излом эпох, и то государство, которое их отправляло, перестало существовать на войну, а новое государство, в принципе, обеспечивает им социальную защиту, говорила, ну да, вы интернационалисты, да, вы служили за родину, но не за нашу родину. И ну так получилось это так случилось. Вот, и я вот как человек выросший, то есть я 80-го года, и в общем, как раз вот, да, там, когда эти парни возвращались, там 10 лет мне было, потом там, я там рос там 20 лет, я вот не помню, чтобы общество как-то о них говорила. То есть, ну вот, я видел, оно как бы есть, но оно как параллельно жизни. Да. Так не должно быть. То есть это должно, все, что произошло с нами, оно должно быть осознанно и пропущено через каждого человека. И только тогда, осознав это все, мы сможем избежать это в будущем. Вот что важно. И тут, если сейчас я возьму 10 тысяч долларов и раздам, пойду раздам парням по 1000 долларов, говорю, открывайте свой бизнес, ничего не получится. Наш этот проект, он предусматривает каждому человеку инструктора, волонтера, бизнесмена. То есть, если человек предприниматель, мы его приглашаем, и есть такие люди уже. Ну, понятно, что это средний мелкий бизнес, потому что, когда там владелец крупной компании, он, во-первых, ни времени не будет иметь, ну и, скорее всего, может быть, он даже в таких, на таком уровне сейчас и не владеет информацией, там, насколько. Вот, это средний мелкий бизнес, где человек будет ежедневно сопровождать и показывать, делать, кто-то откроет свой сайт, кто-то торговую точку, кто-то, ну, не знаю, пусть вот, ну, смысл нашего тренинга, что каждый сможет сам для себя открыть, чем он хочет заниматься и как он это сделает, и самостоятельно напишет бизнес-план. Вот в чем. Хорошо, есть вот еще одна тема, которую хотелось с вами обсудить. Вот сейчас такой непростой процесс переименования улиц город Николаев переживает. Видим там разную общественную активность, разного качества общественной активности мы видим вокруг всего этого процесса. Но и в любом случае мы же также можем понимать, что, собственно, вопрос увековечивания людей, которые пожертвовали собой, своей жизнью, защищая Украину, защищая, собственно, мирный Николаев в том числе, он же вот, собственно, сегодня как раз и должен, наверное, подниматься. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я хочу, вот для многих людей, может быть, не все понимают, сегодня закон, под который попадает любой населенный пункт Украины, в том числе и Николаев. И сегодня вопрос переименования, это вопрос дискуссионный, как переименовывать, а не переименовывать ли. Ну, вот, да, в этом смысле, конечно, удивляют заявления, там, заявления типа, в Фейсбуке, да, нечем больше заняться. Да, не, уже все, есть закон. Мы есть можем закон, обсуждать, если вам не нравится этот закон, давайте, ну, обсуждать это, подавайте, ну, там, выходите на помощников депутатов из оппозиционного блока в Верховной Раде, пусть они подают закон, который будет этот отменять, закон это нереально, мы все понимаем, это закон, и это переименование будет. И мы сейчас не обсуждаем факт переименования. Безусловно. Вот. Если говорить переименовывать, то тут надо сделать качественно, то есть сделать это уже так, чтобы это было с наименьшими потерями для общества, и чтобы это действительно, ну, может быть, даже в какой-то степени там, влияло на развитие потом в дальнейшем города. Мне кажется, это важно. Как улица называется, ну, мне кажется, это важно и ментально, и туристически в какой-то степени. Ну, мне очень сложно сказать, насколько сейчас своевременно переименовывать конкретные улицы конкретными, да, там, бойцами и героями, безусловно. Почему? Ну, вот мне кажется, что здесь вот, ну, неправильная тоже позиция, когда говорят, а вот там через 20 лет придут, кто придет. Я пытаюсь понять, что мы изменим опять историю, опять в очередной раз изменим ход истории, уже, кажется, выбрали. Но при этом всем это слишком болезненный вопрос для нашего общества. Поэтому, ну, мне кажется, что, ну, сейчас такой момент, когда нужно какие-то уже особо болезненные вопросы избегать. Но я хотел о другом поговорить. То есть у нас есть ряд парков,
пролетарский, там, 60... Ленинского комсомола. Коммунара, Ленинского комсомола, их очень много парков, которые, ну, во-первых, начнем с того, что, ну, это просто смешно. Сегодня парк Ленинского комсомола, это просто смешно. Дело не в том, что есть закон или нет, а просто, ну, это уже просто не актуально. Вот. А конкретно у меня и у моих товарищей, моих братьев по оружию, которых сегодня становится в мирной жизни все больше и больше, потому что, ну, парни демобилизовываются, парни, кто-то комиссуется. Анонсируется новая волна мобилизации. Да, и они тоже все пройдут, и они потом вернутся в мирную жизнь. Дай бог, чтобы вернулись все. И вот мы возвращаемся. У нас сегодня, ну, мы, понятно, что я недавно демобилизовался, ну, по опыту Вьетнама, Афгана, всех современных войн, люди достаточно сильно живут этими воспоминаниями всю жизнь. Да, в общем, и Великой Отечественной войны там можно вспомнить. Вот. И у нас сегодня проблема, нам негде собраться. Вот сегодня. А сегодня у нас дней, когда собраться. Вот у меня конкретно. Это день артиллерии, день ВДВ, потому что 79-я бригада, день вооруженных сил Украины, день защитника Отечества, день сухопутных войск. Это вот то, что я вспомнил. То есть вот у нас есть ряд праздников или памятных дат, которые мы бы хотели бы как-то вот встретиться друг с другом. Точнее, мы встречаемся. Мы встречаемся сегодня в кафе, но, наверное, там прийти куда-то, где помянуть, и, может быть, на открытом пространстве. Для нас сейчас важно было бы какое-то место. Я много говорю с парнями, все это однозначно поддерживают. Почему-то в обществе сегодня, ну вот, может, я с некоторыми волонтерами этот вопрос обсуждал, есть такое, что еще война не закончена. Ну, в Израиле она тоже не закончена. Ну, наверное, можно много привести стран, которые там, вот Индия с Пакистаном, там, в общем, там, и тогда до конца жизни будут воевать. Это не значит, что нет людей, которые прошли через это. Потому что, оно, с одной стороны, война, конечно, не закончена, а с другой стороны, для человека, который потерял ногу, она, очевидно, уже закончена. Ну, если только разве там, я не знаю, что еще. И это событие кардинально изменило его жизнь. Это событие кардинально изменило его жизнь, да. И это очень важно, ему встретиться с нами. Поэтому я хочу этот вопрос поднять. Вопрос какой? Ну, место, где мы будем собираться. Что это будет? Это мемориал, либо что? Да, ну, вот мне не хочется, чтобы это опять было какое-то такое вот, какая-то доска или какой-то памятник. Нет, памятник, может, хорошо. Ну, он должен быть выстраданный. Это надо долго подготовить. Но это, с моей точки зрения, вот мне ни одно место в Украине никогда толком ничего не рассказало о том, что же было во время афганской войны. Ну вот читал я, это все через себя пропускал. Может быть, можно было бы как-то, я не знаю, может быть, прям там в парке, который там будет, блиндаж сделать. Вот. Может, какие-то вот, какой-то быт передать. Вот. Наверное, сегодня с возможностями полиграфии, наружной рекламы, наружных конструкций, вполне можно было бы какие-то подсвеченные, да, там, меняющиеся экспозиции, вот, которые бы показывали. Ну, вот я вот так вот это вижу. И однозначно я это вижу так, что мы в этом будем, ну, не сделать какой-то от формальности там, и потратив там из бюджета 10 миллионов гривен, а я думаю, что мы соберем парней и волонтеров, с которыми мы это сделаем своими силами. Но нужно все равно какое-то политическое решение. Нужно политическое решение, нужно понимать, где это, ну, не может быть самовольно, это нужно понимать, где это должно быть официально переименовано. Это нужно понимание, что то, что мы сделаем, не будет потом там разграблено, вандалами уничтожено, то есть это какая-то, ну, охрана, не охрана, там какой-то надо. Ну, обеспечение какого-то, да, как, да, минимум, да, общественного сопровождения. Да. А сейчас вот мы видим, ну, я не хочу сказать, что это процесс стихийный, но это тоже какая-то такая частная и неорганизованная инициатива по установке мемориальных досок, ну, как правило, в школах, где учились погибшие воины АТО. В эту сторону вы как-то думаете? Ну, она действительно стихийная. Чтобы этот вопрос, может быть, как-то упорядочить. Может она быть. Действительно На самом деле, погибших достаточно много, николаевцев, погибших в этой войне. И вопрос увековечения, на самом деле, он уже и сейчас актуален. Ну, моя позиция, если родители не возражают или изъявляют желание,
то на месте, где человек проживал, должна быть доска обязательно. Потому что вот я так хочу, проходя мимо такого дома, помянуть, увидеть и перекреститься. И мне бы хотелось, чтобы люди, которые живут тут, помнили, почему они ходят. Вот. Значит, сегодня это так происходит, это достаточно запутанная процедура, и она не отработана, и сегодня она не регламентирована. Она присутствует. Это управление культурой, управление культурной спадщины. Ну, отдел или департамент культурной спадщины. Значит, в школах сегодня это, как правило, инициатива директоров школ, и, в общем, они берут на свой баланс и этот вопрос регламентируют. Нет какого-то единого механизма, ну, может быть, единого дизайна. Ну, тут вопрос дизайна, конечно, сложный, но, по крайней мере, я бы хотел, чтобы мы уходили от черных, вот, ну, я действительно сейчас говорю конкретику, от черных досок, таких вот, ну, аналогов на могильных плит. То есть это должно быть более что-то, более светлое, может быть, более бросающееся в глаза. И может быть, какой-то более единый дизайн. Не обязательно, это обсуждаемый вопрос. Но должна быть определенная процедура, по которой любой родственник, ну, это вдова или родители погибшего, могли обратиться куда-то, и этот процесс пошел. Ну, это дичь. Если человеку приходится самому бегать, где-то искать на это деньги и так далее. Должен ли это оплачивать город? Я не знаю, я не уверен. Может быть, сегодня там, ну, несколько десятков погибших, которых у нас есть именно в самом городе, может, и мы бы скинулись, и волонтеры. То есть это такой вопрос. Сейчас мы конкретно занимаемся три. У нас один Ленинский район, Заводской, Центральный и Корабельный. Мы сейчас этот вопрос отрабатываем, мы хотим предложить определенный дизайн, согласуем его с родственниками, подадим весь пакет необходимых документов в горосполком и вот так отработаем определенную систему. После этого военкоматы, потому что мы не должны об этом людям говорить, военкоматы, они более уполномочены, это более корректно. Военкоматы к людям официально обратятся и спросят, как вы считаете, корректно это, чтобы на вашем доме, частный это дом или многоэтажный, была такая памятная доска. Если человек говорит нет, нет, все. Это ну, воля родственника. Если люди изъявляют желание, да, тогда мы работаем дальше. Вот сейчас ситуация такая. Я думаю, что в течение месяца мы вот по первым трем отработаем. Хорошо. И ранее в том числе, вот когда мы раньше встречались в этой студии, то вот вы говорили о том, что есть определенные, и сейчас вы говорите о том, что есть определенные проблемы с легализацией статуса участника боевых действий, инвалида. Угу. Ну и из того, что вы говорите, проблема-то сохраняется. Ну, с участниками боевых действий. Значит, эта ситуация опять от бюрократии армейской. Сегодня настолько жестко занялись военкоматы, если человек возвращается и он не получил дату, статус участника боевых действий, в момент его демобилизации этим вопросом занимается военкомат. И они же и выдают удостоверение, если они получили все подтверждающие документы. Ну, на моей, я вот вчера разговаривал с военкомом Николаевского района, он говорит, что ну, по 3 месяца ждут от воинских частей. Я хотел бы, я не знаю, каким образом достучаться до этого вопроса, ну, прерогатива Министерства обороны, где-то на стыке Генеральный штаб Министерства обороны, надо что-то кардинально менять вот именно в системе управления воинских частей, их ну, кадрового вопроса. Это, ну, это проблема повсеместно. В целом, с участниками боевых действий ситуация улучшилась принципиально за последние полгода. Она действительно сейчас значительно лучше, чем была. Есть какие-то точечные проблемы. Ну, я скажу так, на Николаевский район сейчас это, по-моему, 4 человека вот оформляют военкомат, а вообще, ну, я там слышал 20 человек, но это непроверенная информация, начали прозванивать, оказывается, кто-то не был. То есть это там по анкетам. Ну, то есть это сейчас уже не принципиальные цифры. По инвалидности все сложно. Все сложно, ну, в каждом индивидуальном случае работают индивидуальные юристы, адвокаты, ну, там,
большие документальные проблемы. Хорошо. Мы слышим, ну вот это вот еще одна тема, которая в принципе она так актуализирована, это выделение участков земли участникам АТО. Ну, власть так рапортует, говорит о том, что очень так прилично все в Николаевской области. А как это видится с другой стороны? Ну, я хочу еще раз рассказать, что это за... Есть закон, по которому каждый гражданин Украины имеет определенное право на 5 участков. В том числе это участок под жилищную застройку, под приватное садивництво, под приватное фермерское господарство. Значит, руководствуясь этим законом, на нормах этого закона, местными органами власти, в каких-то населенных пунктах принято, в каких-то, кстати, нет, принимается о внеочередном выдаче участникам антитеррористической операции. Но, естественно, этот закон действует в межах, ну там, вильных ресурсов. Что у нас сейчас, какая ситуация? По городу Николаеву на сегодняшний день выдано, по-моему, 800 участков. Это один из самых больших показателей в Украине. Другой вопрос, что при этом очередь там за 1000 дальше. И, ну, работа идет. Работа идет, мы ждем следующих, то есть, ждем, то есть, как правило, это выдаются массивы, да, то есть, определяется какой-то участок земли, там есть целая процедура, да, то есть, там надо нарезать улицы, вот, нарезается этот участок и выдается. По области, ну, я не владею ситуацией сегодня, к сожалению, по области, я могу сказать, по Николаевскому району, район очень оперативно выдает под приватное фермерское господарство, всем в районе, кто подает, дается под Ясные Поляны, село Ясная Поляна. Ну, вот я подавал на приватное садивництво, потому что я проживаю в Николаевском районе. Ну, я должен сказать, мне дали буквально там через месяца полтора. Ну, выкопировку я отвез. То есть, в общем, работает. Город полностью оплачивает на сегодняшний день ребятам оформление, ну, изготовление проектной документации. Вот. Ну, будем смотреть, что дальше. Тут же следующий этап. То есть, у нас сейчас идет этап выдачи. Выдали 500 участков Малой Коренихи, ну там или там 400 участков. Следующий этап, а дальше что? Улицы, коммуникации, электроэнергия. Вы знаете, я вам честно скажу, что вот тема, которую мы сейчас обсуждаем, она на слуху, но вот в этом разрезе я в принципе не слышал, чтобы она обсуждалась. Ну это же вопрос. То есть оно постоянно звучит, есть земля для участников АТО, вот мы наделяем. Да, да, да. Ну, вот то есть... есть? Да. Все, дальше вот рассуждение вот. В эту сторону. Это принципе... серьезный вопрос, то есть, ну, на 17-е, ну, тут какая ситуация, дело в том, что, допустим, обсуждался вопрос, говорит, ну, например, там 20 участников АТО собрались, и на этом участке там будет строиться многоквартирный дом, и они дадут, ну, я не верю, что многоквартирный дом будет строиться в Малой Коренихе, в Балабановке или... В Матвеевке, ну это просто, ну может быть лет через 80. Вот, это утопия. Понятно, что там под приватную застройку. Дальше, ситуация какая? Ну, кто начнет строиться, пока нет никаких коммуникаций? Ну, как это все? То есть, вот тут вот нужно понимание, видение. Еще раз говорю, может быть это не обязательно, может быть город начнет, ну вот хотелось бы, чтобы город услышал, да, то есть может быть это какие-то гранты и так далее. Ну будем встречаться в том числе с Центром коррупционных расследований, с Денисом Барашковским, вот мы будем этот вопрос обсуждать и, ну, думать о нем, понятно, может быть это, пусть это бюджет 2017 года, пусть это будут какие-то копейки, но может быть давайте там, пусть это будет какой-то показательный у нас красивый новый район. Вот, его сделать вот таким, как в принципе, ну, каким должен быть в идеале, должен быть участок, да, то есть это должна быть дорога, должна быть подведенная коммуникация, может человек за это и заплатит что-то, но это чтобы не было стихийным. Хорошо, подводя итог разговору, ну, собственно, так по контексту понятно, что проблем на самом деле у участников АТО достаточно много. И, возможно, у кого-то из наших зрителей возникла необходимость, ну, я не знаю, к минимуму созвониться с вами, какую-то методическую помощь, подсказку получить, как это можно практически сделать, как с вами можно сконтактировать, как можно сконтактировать с ассоциацией инвалидов АТО. Ну, во-первых, во всех социальных сетях абсолютно меня можно найти. Илья Шполянский, я так везде и записан.
вы можете позвонить мне по телефону 098-417-7290. Ну, в обозримом будущем уже на Никольской у нас будет офис, просто я еще пока там постоянно не нахожусь, нет человека, который бы находился. Ну, я думаю, что мы его анонсируем уже с начала года. Понятно. Илья Шполянский, глава Миколаївської філії Асоціації інвалідів АТО, директор підприємства «Літопис». Будь нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкращих успіхів вам. До побачення. Большое спасибо.